Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шара, и сегодня в выпуске. Самара – судебная столица ПФО. На Крымской площади открыли здание 6-го кассационного суда. Начало масштабной зачистки. На Кировском рынке снесли незаконные киоски. Убрать или восстановить? В Самаре решили судьбу дома на Чкалово, где, по легенде, более 60 лет назад произошло стояние Зои. Дворец правосудия распахнул свои двери. В Самаре открылось здание 6-го кассационного суда общей юрисдикции. Он объединит 9 регионов страны. В системе вновь созданных судов наш крупнейший. Мэри Елчан была на торжественном открытии и знает подробности. 6-й кассационный суд общей юрисдикции начал работу в новом здании. Под его правомочия попадают 9 регионов ПФО с населением порядка 22 миллионов человек. Он пересматривает акты, принятые судами Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Чувашии и Мариэл, Кировской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей, а также акты апелляционных судов. Хотелось бы, конечно, поблагодарить прежде всего губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича, председателя суда, который много сил и времени тратил для оборудования этого здания. Мы ожидаем от того, что те ошибки, которые были допущены судами первой инстанции, апелляционной, нарушения материального, процессуального закона, которые имели место, чтобы они могли быть исправлены вот здесь, в этой инстанции. Свою деятельность суд начал еще в начале октября. За это время в приемную поступило более 6000 кассационных жалоб, больше половины из которых уже рассмотрено. 6-й кассационный суд – самый большой в системе вновь созданных кассационных судов. Штатная численность служителей Фемиды здесь 113 человек. На сегодня 75 из них уже оформлено и работают. Формирование судейского корпуса продолжается. Стоят очень действительно большие задачи, и я уверен, что этот коллектив сможет это сделать, и это скажется положительно на самочувствии наших граждан и на качественном, эффективном решении тех вопросов, с которыми обращаются они в суд. Размещение такого здания на территории 63-го региона – большой успех. Это значительно повысит статус города и губернии в целом. Самара станет судебной столицей ПФО. На право стать местом размещения крупной судебной инстанции претендовало несколько регионов России. Добиться решения в пользу Самарской области удалось благодаря системной работе и личному участию главы региона Дмитрия Азарова. Мы взяли на себя обязательства и сегодня рад слышать о том, что мы не подвели. Это оценки из стороны полномочного представителя президента и председателя Верховного суда, что здание в кратчайшие сроки было построено в полном соответствии с требованием, которые сегодня предъявляются к ведению судопроизводства, к современному зданию. Все помещения суда оснащены новейшими современными технологиями. Созданы все условия для качественного и точного рассмотрения судебных дел. Это один из залов судебных заседаний. Всего в здании 6-го кассационного суда их 38. Все они оснащены системами видеоконференц-связи и аудиопротоколирования. В этом году также обновили и преобразили всю территорию вокруг нового дворца правосудия. Здесь сделали тротуары из плитки и пешеходные ограждения. Построили арт-объекты – Ялтинский маяк и ротонду. К обновлению площади власти подошли комплексно. В порядок привели и фасады зданий. Все благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированным президентом России Владимиром Путиным. Теперь это одно из любимых мест самарцев. Мэри Елчан, Максим Гусев, «События». У новой самарской школы на Пятой Просеке будет не один корпус, а два. Власти учли мнение местных жителей. Сегодня на месте будущего строительства состоялась встреча. Мария Левина расскажет, какие решения на ней были приняты. Школе быть и не одному корпусу. На площадке, выбранной под строительство, встретились местные жители и представители городских властей. Все вместе и разработали план действий. Пятый просек в общем доступе, вся проектная, изыскательная. Там геология проводилась. Средства, необходимые для строительства новой школы, поступят из федерального бюджета. Этих денег хватит на возведение учебного центра для 600 детей, что недостаточно, по мнению людей. Городские власти нашли компромисс. На месте бывшей турбазы «Экономист» появится еще один учебный корпус, рассчитанный на 900 человек. Строительство начнется уже весной следующего года. Для этого уже сейчас идут подготовительные работы. Сроки стахановские. Такие объекты в истории Самары за такой срок не строились на сегодняшний момент.
не строились только в советские времена. При подготовке этого проекта ставилась задача максимально возможной, с учетом нахождения этих деревьев поблизости от сносимых сооружений, их уже сегодня снести, эти деревья, чтобы не тратить максимально на это время при начале строительно-монтажных работ и строительства. Построить первый корпус школы должны до декабря 2020 года, и в 2020 же году начнут проектировать второе здание. Его строительство не повлияет на работу школы. Закрываться она не будет. Наша задача сделать так, чтобы в максимально короткие сроки здесь школа появилась. Если здесь у кого-то остались сомнения, что какие-то не те деревья срубили, лишние, неправильные, мы готовы организовать комиссию с зеленхозом, с нашими специалистами, с ДУИ, и вас готовы туда включить. Уже завтра судьба школы на Пятой Просеке будет обсуждаться на уровне областных властей. Жителей навстречу позовут и обещают их мнение обязательно учесть. Мария Левина, Николай Сидоров, события. Процесс запущен. На Кировском рынке в Самаре начали сносить нелегальные киоски. Первыми под пилы подрядчиков попали кафе и магазин телефонных аксессуаров. Владельцев заранее предупредили о демонтаже, но свои вещи они все равно забирали в последний момент. Андрей Гургуленко увидел падение незаконных ларьков. Режут козырек, срезают и обшивку. В халяльном кафе на Кировском рынке из гостей внутри только рабочие, занимающиеся демонтажом. Им не нужны ни столы со стульями, ни столовые приборы, которые вынесены на улицу. Вместо ложек и вилок орудуют циркулярной пилой и ломами. Нелегальная столовая подлежит сносу. Владельцы кафе были заранее предупреждены о сносе незаконной постройки, но никаких действий за это время не предприняли. И теперь вынуждены со стороны наблюдать, как демонтируют таверну. Пока подрядчики полностью разбирают кафе, не щадя ни стен, ни потолка, владельцы других незаконных ларьков в спешке выносят мобильные аксессуары, кофточки и брюки на улицу. Потому что не хочется вместе с помещением потерять и свой товар. Ведь через несколько минут высокий кран с четырьмя крюками, внешне крепкий и устойчивый ларек складывают как карточный домик. Безопасность демонтажных работ обеспечивают сотрудники полиции. Также силовики провели специальный миграционный рейд. Всех продавцов, у которых закончилось временное разрешение на пребывание в России или нашлись поддельные паспорта, забрали в отделение. Их судьбу будет решать суд. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий мы проверяем документы у всех граждан. Те лица, у кого выявлено нарушение, доставляются в отдел полиции для дальнейшего разбирательства установления личности гражданина. Работы по сносу незаконных киосков на территории Кировского рынка продолжат и в следующем году. В начале декабря городская администрация будет выбирать подрядчика для демонтажа. Сносить торговые точки будут с января по март. Под железную руку кранов попадут 50 киосков. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Снести или восстановить? В Самаре решили судьбу дома на Чкалово, где, по легенде, более 60 лет назад произошло стояние Зои. Активисты обратились к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну с просьбой остановить застройку территории. Как решился спорный вопрос, смотрите в сюжете. Обрушенная крыша, заколоченные окна и двери, обветшавшие стены. В этом полуразрушенном доме, по легенде, в 1956 году Зоя Карнаухова застыла с иконой Николая Чудотворца в руках. Это здание, овеянное преданием, собственник земельного участка планировал снести и возвести здесь многоэтажный жилой дом. Местные жители и активисты выступили за сохранение исторического достояния. Давайте искать компромисс. Вот. Какие будут ваши предложения? Вот, то есть первый вариант, то есть компромиссы ищем? Конечно. Отлично. Конечно. Будем считать, что первый шаг мы сделали. Выпала такая честь, что у нас тут такое вот чудо святитель Николай явил. И нам было бы преступлением снести этот дом просто так, никак не отметив, никак не облагородив. Я понимаю, что в таком виде его, конечно, оставлять нельзя. Надо, может быть, какую-то часовню на его месте сделать. Отказаться от сноса дома, передать его властям для организации музея – такое решение было принято собственником земли Александром Кузнецовым на встрече с жителями и депутатом Государственной Думы России Александром Хинштейном, а также городскими и областными властями, представителями Самарской метрополии. Накануне такую позицию согласовали с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Легенда о стоянии Зои – это легенда даже не самарского масштаба, а общероссийского. И, конечно, глупо
преступно, не побоюсь этого слова, подобного рода легенды не только не культивировать, а уничтожать память о них. Я очень рад, что мы хоть и в последний момент, но успели прыгнуть на подножку уходящего поезда. Преобразится и территория, на которой находится соседний обветшавший дом. Там появится зеленая зона со скамейками. Уже есть потенциальные меценаты, которые готовы вложить деньги. Дом на Чкалова уже сейчас городская легенда, которая привлекает туристов и паломников со всей России. Объект уникальный, который имеет и историческое, и религиозное, и культурное значение. Это память человеческая. И мы полагаем, что этого места большая впереди судьба и большой потенциал привлечения туристов, привлечения знатоков истории. Поэтому полагаем, что это только будет польза для развития района. В ближайшее время все заинтересованные стороны решат юридические вопросы. И тогда станет ясно, когда самарцам ждать открытия нового музея. Андрей Горгуленко, Елена Малютина, Константин Головин. События. Самарский театр оперы и балета активно готовится к премьерному показу одноактного балета «Наяда и рыбак». Сейчас в театральных мастерских шьются костюмы для артистов. Какие сюрпризы подготовили костюмеры, узнала Лариса Шалафаст. В швейной мастерской Самарского театра оперы и балета царит творческая атмосфера. Из бархата, льна, замши и шелка мастерицы создают костюмы к балету «Наяда и рыбак». Всего для премьеры изготовят 20 костюмов. Например, вот в таких юбках-шопенках будут танцевать рыбачки. Но самым сложным в исполнении будет костюм «Наяды». Костюму главной героини в спектакле отведена особая роль. По сюжету русалка, чтобы покорить итальянского рыбака, перевоплощалась в разные образы. И потому для воплощения замысла художник Татьяна Ногинова придумала специальный наряд-трансформер. У нее будет два костюма. Один обыкновенный, в котором она танцует, собственно, наяду. А второй, в котором происходит превращение, он очень сложный. В нем заряжены одномоментно два костюма. И он будет разваливаться прямо на сцене, как бутон цветка. Внимание уделяют и головным уборам. На танцорах будут характерные для средневековой Италии бальцо. Это, по сути, кусочек ткани или полотенца. Мы делаем, конечно же, имитацию. Здесь вот у нас есть такая вот основа для того, чтобы можно было закрепить на голове его. Здесь это тоже внутри жесткая основа. В балете «Наяда и рыбак» перед зрителями откроется пасторальный мир сицилийской деревни. Подобрать цвета и ткани художник по костюму старалась так, чтобы максимально точно передать эту атмосферу. Премьера балета пройдет в Самарском театре оперы и балета 20 и 21 декабря. Лариса Шалафаст, Константин Головин. События. Далее коротко о других темах дня. В Самарской области взяли под стражу создательницу финансовой пирамиды «Фабрика продуктов ВС». 68-летней подозреваемой Галине Федотовой суд изменил меру пресечения. Домашний арест заменили на содержание в изоляторе. По версии следствия, с мая 2018 года по февраль 2019 руководство кооператива привлекало деньги вкладчиков, обещаем от 13 до 20% годовых. Но выплачивали деньги за счет взносов новых членов кооператива. При этом организация не вела инвестиционной или предпринимательской деятельности. Ущерб, который был нанесен самарцам, оценивается в 400 миллионов рублей. Более 1000 человек признаны потерпевшими. Волжский проспект в Самаре включен в границы исторического поселения. Этот статус должен спасти улицу от точечной застройки. С инициативой избавить проспект от вероятности появления здесь высоток выступили его жители. Их мнение учли. Попросил выпустить его по УДО, но при этом признался еще в двух преступлениях. В Самаре начался процесс по новым делам маньяка и педофила Олега Рылькова, прозванного тольяттинским потрошителем, который уже несколько лет отбывает пожизненное в камере-одиночке. За что его судят на этот раз, расскажет наш корреспондент. Убийца, педофил Олег Рыльков перед началом судебного заседания картина кашляет и берется за сердце. Отказывается от адвоката. На его счету более 37 изнасилований детей и 3 убийств в 90-х в Тольятти. Он избежал смертной казни из-за моратория на нее и получил пожизненное в «Черном дельфине» – колонии особого режима в Оренбургской области. Но теперь хочет выйти на свободу и ходатайствует об условно-досрочном освобождении. Прокуратура против. Позиция прокуратуры такая, что законных оснований для освобождения осужденного Рылькова нет, поскольку его заболевание не подпадает под перечень заболеваний, препятствующих для отбывания наказания. Дело Олега Рылькова рассмотрели за 2 заседания, но ему так и не удалось убедить судью, что тяжко болен.
На основании изложенного руководства статьями 397 и 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд постановил удовлетворение ходатайства осужденного Рылькова Олега Викторовича об освобождении его от наказания в связи с болезнью отказать. Но точку в деле Рылькова ставить пока рано. В этой кровавой истории все новые страницы. Скоро в Самаре будет рассматриваться еще одно уголовное дело. Преступник неожиданно признался в еще нескольких убийствах. Двух девочек, 8 и 16 лет. Впрочем, учитывая, что отбывать ему срок придется пожизненно, ближайшие суды будут простой юридической формальностью. А для Рылькова внесут разнообразие в его тюремную жизнь, которую вне стен суда он проводит в одиночной камере. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. От сварщиков до дизайнеров. В соревнованиях «Лучшие по профессии» участвуют студенты со всех вузов и колледжей Самарской области. Сейчас проходит региональный этап, что получат финалисты и победители чемпионата WorldSkills. Кроме путевки на всероссийский турнир, расскажет Сергей Кизоркин. Интерьеры должны быть современными, а фасады гармонично вписываться в архитектуру города, уверена начинающий дизайнер Марина Сырова. В чемпионате профессионального мастерства WorldSkills она представляет проект автомойки. Для девушки это не просто соревнование, она мечтает в будущем открыть дизайнерское бюро. Мне нравится очень сильно промышленный дизайн, и я думаю, я буду заниматься разработкой дизайна разной продукции, как, например, мы делаем на нашем задании мини-мойки для автомобилей. Главная задача соревнований WorldSkills, чтобы молодые специалисты нашли себя в жизни. Нина Козлова еще в прошлом году боролась за призовые места. А в этом она сама оценивает конкурсные работы, уже как эксперт компетентного жюри. Критериев несколько. От того, как оформлена заявка, до того, как выглядит уже созданный продукт. Также скетчи проверяются, проверяется моделирование в программах, правильное составление моделек и деталей, крепление и сопряжение. Система выставления оценок от 0 до 3. 0 – это совсем все плохо, а 3 – это уже очень хорошо. Рабочие профессии самые популярные у самарской молодежи на чемпионате WorldSkills. В областном финале в каждой номинации заявлено по 6 человек. Отбор проходили несколько сотен студентов. Слесарем, например, нужно собрать из стального листа модель самолета типа кукурузник. За 11 часов не только спроектировать его на компьютере, но и сдать готовые изделия. Ошибка в размерах даже в 1 миллиметр, и о первом месте можно и не мечтать. Но сейчас же у нас все результаты вот этого конкурса заносятся в единую базу. И в этой базе работодатель уже может посмотреть, какие результаты показал какой участник на данном этапе, именно в этой компетенции. Плюс для конкурсантов какой-то есть. Первая зарплата у молодых специалистов будет еще не скоро, поэтому организаторы конкурса позаботились о материальном вознаграждении участников. Те, кто являются призерами и победителями, наш губернатор Самарской области Дмитрий Ильич Азаров поощряет материально единовременной премией и, естественно, поощряется наставник. Прежде всего, и мы, я когда готовлю своего, не за 8 тысяч и не за часы губернатора, а мы на самом деле даем путевку в жизнь. На самом деле этот юноша, за него можно не беспокоиться. За этих вот шестерых, можно не беспокоиться. В их руках уже профессия. На всероссийские соревнования поедут лучшие. Им, как и спортсменам, предстоят тренировочные сборы. Тот, кто покажет лучший результат, тот и отправится на чемпионат страны. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Быть в курсе событий и вести успешный бизнес. Чтобы оставаться на плаву, предпринимателям рассказали обо всех нововведениях и о том, как получить нужную государственную поддержку. Семинар для бизнесменов прошел в железнодорожном районе Самары. В качестве слушателей не только начинающие, но и уже состоявшиеся предприниматели. Как людям с 10-летним опытом помогают курсы, узнала Мария Левина. Ирина в бизнесе уже больше 10 лет. Она директор автоцентра. Казалось бы, умение вести дело у нее не занимать. За эти годы она прошла не один экономический кризис. Но одним из ключевых качеств, необходимых для успеха, женщина называет «идти в ногу со временем». Нужную для этого поддержку и знания она получает на специальных семинарах. Подписка у нас есть, журналы выписываем, то есть много чего у нас есть, много какой, вернее, информации. И тем не менее, когда приходишь сюда, вот вы не представляете, я всегда что-нибудь нахожу, когда непосредственно со спикерами взаимодействуешь, тем более были спикеры из Москвы, из Питера, то есть немножко все другое, и вообще жизнь другая. Как бы в Москве, да, в Питере, и все это у них быстрее, чем у нас. И они нам эту информацию дают,
И, в общем-то, мы вот, ну, в общем-то, очень интересно, да. И цель есть, да, узнать что-то интересное, что-то новое. И, в общем, здесь образовательное, да. То есть очень какие-то аспекты, все равно много чего интересного получаю. Оставаться на плаву в бизнесе сегодня непросто. Для этого нужно знать обо всех нововведениях в экономике, юриспруденции и социологии. А появляются они в каждой из дисциплин достаточно часто. Чтобы не отставать и быть в курсе для начинающих и уже состоявшихся предпринимателей, и разработали целый курс семинаров. Он состоит из 16 лекций. Такую поддержку предусматривает национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Разговаривают про формы государственной поддержки, как можно, в принципе, получить помощь государства при реализации своего бизнеса. И прочие вопросы зависят от участников группы. Цикл лекций проводится Департаментом экономического развития городского округа Самара. Всем слушателям выдают методички с таблицами и схемами, чтобы и вне семинаров они могли наглядно все изучить. Занятия проходят в течение 6 часов. Записаться можно на официальном сайте Центра права, либо по телефону, указанному на экране. До конца года проведут еще 8 семинаров. Мария Левина, Николай Сидоров. События. Мамы с большой буквы. Орден «Материнская доблесть» получили 13 многодетных матерей Самары. Историю записала Елена Нижегородцева. Знаком отличия «Материнская доблесть» награждается женщина, не менее 5 лет проживающая в Самарской области, родившая и достойно воспитавшая 5 и более детей. Алена Шевцова в студенческие годы и не мечтала о подобной награде, а хотела стать мастером по ремонту железных дорог. Но потом не мечте изменила, а изменила саму мечту. За 8 лет второго брака у нее родилось 3 детей, еще 2 в предыдущем союзе. И теперь счастливые родители воспитывают 4 сыночков и лапочку-дочку. Старшие дети Никита и Катя учатся в школе и уже имеют победу во всероссийских и городских конкурсах. Артем и Егор посещают детский сад. Подрастает маленький Илья. На День матери от администрации города семья Шевцовых получила знак отличия «Материнская доблесть 2-й степени». Я очень благодарна, конечно, что оценили меня. Вот, конечно, очень приятно. Награда – это первая у меня в жизни. Хочу поздравить любимую жену с этим прекрасным праздником, с Днем матери. И пожелать ей только любви и счастья. Спасибо. Светлана Хантеева с юности занималась танцами. Была артисткой балета. Танцевала сама и преподавала хореографию детям. Когда 20 лет назад выходила замуж, не планировала большую семью. Думала, что не сможет всем детям уделять одинаковое внимание. Оказалось, ошибалась. Супруги Хантеева, они тоже получили знак «Материнская доблесть» 2-й степени, воспитывают уже 6 детей. Старший побеждает во всероссийских музыкальных конкурсах. Дошкольники учатся в епархиальном образовательном центре. Самая младшая Полина пока не слезает с маминых рук. Надеюсь, что, посмотрев на наши счастливые, дружные семьи, остальные тоже захотят прибавить свою семью, увеличить. Потому что нас поддерживает государство, у нас есть льготы. Все это становится с каждым годом все проще и легче. Рожайте, девочки! В Самаре проживает более 6000 многодетных семей. Не все из них знают, что могут получить награду от государства. Для этого нужно обратиться в Центр социальной помощи семье и детям, написать заявление, подготовить перечень документов и ждать решения комиссии. Сегодня мы чествуем всех мам, которые к нам пришли, решили их поздравить, пожелать им здоровья и пожелали им, чтобы каждая мама детей, которые она родила, воспитала, всегда они были рядом с ней. В этом году награду получили 13 многодетных мам. 2 удостоились знаков отличия. Остальным вручили благодарственные письма от администрации города. Елена Нижегородцева, Дмитрий Мешканцов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на YouTube. Всего вам доброго и до встречи!